Всем привет! Сразу хочу извиниться за долгое отсутствие видео на канале. Меня не было в стране, я ездил на фестиваль. И вот сейчас, кстати, это видео информационное будет посвящено, собственно, отчету с этого фестиваля. Ну, то есть, отчет будет позже, а здесь я просто объясню, почему он будет именно на канале с обзорами. То есть, я, короче, раньше делал видосы «Днище тур», которые вы можете посмотреть вот здесь вот. Сейчас эта тема немножко заглохла, и видосы я все равно о всяких там своих покатушках, поездках куда-то делаю, вот. Но и так как выкладывать сейчас их особо некуда, я решил выкладывать на этот канал. Выкладываться это будет все под тегом, так сказать, ChibaTrip, так как мой основной ник Чибасик, канал можете мой основной заценить вот здесь вот с видосами с концертов, значит, то решил сделать так, чтобы было созвучно чип по-английски, как дешевый чип. А вот, типа, такая дешевые такие поездки, в общем. Я сразу скажу, что такого рода видосы будут выходить на канале очень редко. Ну, то есть, у меня, в принципе, видосы очень редко выходят, но такие будут еще в два раза реже выходить. Так что не обессудьте, если кому не понравится. То есть, ну, я просто решил записать это информационное видео, чтобы предупредить, что там в ближайшее время на канале появится как бы новый такой проект ChibaTrip, и первый, значит, отчет о поездке будет именно о моей поездке в Бельгию на музыкальный фестиваль Grasspop Metal Meeting. Вот, кстати, я приехал оттуда с этой майкой, сейчас в ней специально записываю, чтобы было понятно, о чем я веду речь. Вот, далее потом будут появляться видосы о, скажем, каких-то там моих поездках как по Беларуси, так и в отпуска, когда я езжу, я тоже периодически делаю такие видосы. Можете, как пример, посмотреть вот этот видос с Мальты. В общем-то, ну, вот такие у меня планы. В принципе, я вам объяснил, что к чему, что это будет за видос. Естественно, видос, он как бы будет не самостоятельный, то есть он будет в рамках отчета в ЖЖ. Ссылка там будет в описании, то есть там будет как фотоотчет, так словесный отчет, так и, собственно, вот этот вот видос, который будет компилировать себе все вместе, ну, за исключением там каких-то реплик, потому что я обычно делаю такого рода видосы именно как клипы, то есть без каких-либо реплик людей. Просто, скажем, там берем музыку и берем, делаем нарезку под музыку. Вот такого рода вот будет видос, и, в общем-то, я думаю, вы все поняли. В комментах можете писать, как вам такая, в принципе, идея, как к тому видосу, который будет позже, чем это объяснение, залит, так и к самому этому объяснению. Такие вот дела. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.